Добрый вечер! В эфире телеканал «Дети модного приговора». И с вами моя соведущая Дарья и моя соведущая Полина. И мы рады всех вас видеть. Прекрасно выглядишь. А ты знаешь, некоторые так одеваются, что кажется, давно пора вводить полицию мод. А ты знаешь, ее уже ввели. И наши корреспонденты уже вступили в их ряды и уже успели заснять пару преступлений. Здравствуйте! В эфире рубрика «Ужасные ошибки моды». Сейчас мы расскажем вам о том, какие вещи несовместимы и как это исправить. Мы готовы показать вам первый пример. На этом примере мы видим, что классическая рубашка и спортивные штаны полностью несовместимы. Фу. Я полностью согласна с тобой. Это смотрится очень нелепо. Спортивные штаны можно заменить брюками. Если он оденет брюки, то он станет очень элегантным молодым человеком. Я предлагаю посмотреть следующий фотопример. Настоящий модник, конечно, заметил, что в этом комплекте очень много лишнего и ненужного. А безвкусная серая мышь считает, что здесь все красиво и стильно. Но березки таких нет. Надеюсь. На этом наша рубрика заканчивается. До новых встреч. Вот кому точно полиция моды не понадобится, так это Алене Сергеевне. Мне кажется, она пользуется услугами известных стилистов. Я знала, что ты мне не поверишь, поэтому сама отправилась к ней в гости, чтобы увидеть все скелеты в ее шкафу. Здравствуйте, это передача «Скелеты в шкафу». Меня зовут Полина, и сегодня мы будем искать скелеты у вожатой первого отряда Алены. Посмотрим, что из этого выйдет. Вас приветствует канал «Дети модного приговора». Мы пришли смотреть на ваши скелеты. Мы пришли к вам, потому что мы считаем, что вы самый стильный и модный человек у нас в лагере. Это неправда. У нас ребята тоже классные. Хотела спросить несколько вопросов. Где мне покупать свою одежду? Я говорю, вот где, во-первых, недорого. Во-вторых, это клево смотрится, если я вижу, что это классная вещь, я готова потратить на нее. Продемонстрируйте нам, вы что вы одеваетесь, какие у вас есть вещи, смотрю, у вас очень много вещей и очень много красивых. С чего начать? С голодных пород, например. Вот, например, такую шляпу. Я ее купила только потому, что она похожа на английскую шляпу. Это вот эти билетики я купила в Италии. Это такой очень французский революционный берет из фильма «Бернардо Бертолуччи». Эту шапку купила в Нью-Йорке, на непальском рынке. Вот она, наверное, с какой-то непальской шерсти, наверное, какой-нибудь горной ламы. Кто знает. Ну, эта шляпа из Бенетона. Это мой любимый малиновый пиджак. Память о великих 90-х, о лихих 90-х. Вот эта шапка мне очень нравится. Я его купила в Берлине месяц назад. Заматывается вот так вот. Замечательный шарф. Вот, скандинавский немножко. Моя любимая сумка. Это моя гордость. Я ее обожаю. Она такая простая и непростая. А каким образом покупать свою одежду? Спонтанно или обдумывать? Не-не, ну бывает там порвутся джинсы или... О боже, какая красивая вещь, надо ее купить. Вот так-то. То есть заходишь в магазин, если ты видишь свою вещь, просто идешь к ней, кстати, подошло все. Огромное спасибо за интервью. У вас очень так мило, уютно. Вы показали замечательные вещи. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, купите еще. Очень полезные советы. Мне кажется, то, что если все им будут следовать, то и полицию моды можно будет отменить. А вот интересно, что думают жители нашего города по поводу модной одежды? Наши корреспонденты провели опрос, и сейчас мы можем видеть его результаты. Назовите, пожалуйста, свою самую модную вещь. Спортивная кофта. Рубашка. Самая модная вещь – пуховик. У меня много клевых вещей, я даже не могу выделить любимую. Штаны провисшие до колена. Футболочка, ну погоди, это Гави. У кого что? У вас есть такие вещи в вашем гардеробе? Ну, я стараюсь носить более удобную
одежду, чтобы было комфортно. Мне нравятся ребята, которые ходят в современной одежде. Как вы относитесь к современной моде? Очень даже позитивно. Хорошо. Не понимаю. Дети по-своему, взрослые по-своему. Мне очень нравится стиль casual и разные сочетания. Сочетание вещей из разных стилей, например. Трусишки. Штаны провисшие до колена. Чтобы здесь вот Шанель, здесь Адидас. Как вы думаете, что сейчас в тренде? Думаю, что хорошие, модные, стильные вещи. Я думаю, что сейчас валенки. Холодные. Трусишки. Детский лагерь берешь. Такая вещь. Какой ваш стиль в одежде? Большинство случаев мне нравятся старые вещи из сундука. Эту штучку я отжал в повойной бочке рядом с домом. This is my fake hair. I stole it from Father Christmas. Эту бороду я отжал на рождественском маркете. So this is a potato bag when I could store buy potatoes for myself. А это просто мешок картошки. Я ношу его как кафтан. Я его апгрейдил. А еще я могу просто покупать картошку в магазине и париться. Просто снял себе его и пошел в картошку домой. Какая ваша самая What is your the most trendy things in clothes? I think it's nice fiber. This clothing, you can see a very nice different colors. Okay. Like red, blue, and a bit of blood from when I cut my friend the other day. Самая модная вещь, по-моему, говорю, это вот эта вот штучка, я ее недавно отжал. Она выглядит так прикольно, сделана из шотландской ткани, разные цвета, очень весело.